Всем привет, с вами Аркс Плюи. И наконец-то мы сделаем долгожданную покупку сундуков. Так, где-то у нас посмотреть можно будет. Это у нас где-нибудь здесь. Сундуки. А, вот они, все. Вышли у нас новые сеты. Давно я не делал покупку итемов, но ради канала, ради видео, почему бы не сделать это? Мы сейчас делаем три покупки. То есть я куплю три сундука. В идеале, честно, чтобы выпал сет на Клокверка. Я прям очень сильно хочу, потому что это один из моих любимых героев. И совсем недавно, играя с подругой, я сказал, типа, вот был бы у меня сет на этого героя. А этот вообще шикарный сет, кстати. Ну что ж, давайте. Купить и открыть. Так, окей. Авторизировать. Ну-ка, что у нас здесь? 3, 2, 1. Опа! Так, это у нас что? А, Timberlake, кстати, тоже отличный сет. Еще, кстати, может выпасть нам какой-нибудь уникальный предмет. Редкий предмет. Давайте мы откроем, посмотрим. Открыть набор. Так, принять и одеть все, принять все. Кстати, хороший сет, я его, кстати, видел. О, еще выпадают эти. Вау, это я не видел, кстати, курсоры. Ха. Получается, что в доту добавили курсоры. Прикольно. А как можно посмотреть курсоры? Ни разу не видел такой темы. Так, где наш герой? Вот он. Так, давайте жмем надеть весь набор. Все, Timberlake. Кстати, недавно я видел в паблике, очень красиво выглядит, вообще шикарно выглядит. Так что, отличная покупка. Идем дальше. Магазин. Покупаем следующий сундук. Если не выпадет Клокверк, ну ничего страшного, я не разочаруюсь. У нас будет три новых сета, это уже хорошо. Тем более, я деньги зарабатываю, для меня это, знаете, это мелочь. Вот купить три сундука, да, для меня, это просто ничто. А для вас это новое видео? Ну давайте еще раз. Может выпасть Кура, но я уже говорил, что я в основном играю моей любимой Курой, это элитный курьер, но может быть когда-нибудь я поменяю его на что-нибудь. Ну давайте, let's go дальше. Так, вторая покупка, вторая. А там все хорошие сеты, мне все они понравились. На этого тоже хороший, на Дихлофос. На этого, кстати, тоже хороший сет получается, да. Окей, открываем набор. Тоже курсоры будут? Да, смотрите. Так, это что такое? Хвост. Давайте посмотрим, Веномансер. Кстати, на Веномансер очень мало было нормальных сетов. Это, в принципе, вот самый нормальный из них. То есть он более-менее красиво. Тоже, там, когда играли, с подругой разговаривали, мы смотрели сеты на него, они практически его не меняли. То есть ты одеваешь сет, да, и он практически не менялся, Веномансер. Каким был мутантом, таким остался. А здесь, видите, он довольно красивый такой становится. Хвост тоже шикарный у него. У него еще варды, видите, меняются, красивый вард. Так, все отлично. Ну, и еще раз покупаем. И еще один сундучок. Он остался. Кентавр тоже обожает этого героя. Все, смотрите, у нас осталось три очень красивых сета. Любому из них я буду рад. Кентавр, великолепный герой, очень красивый сет. Посмотрите на это. Очень красивый сет. Потом, Некроли, тоже великолепный сет. Я обожаю такую тематику. Что-то типа древний... Нет, не древний Рим, вот Египет. Ну, короче говоря, вот это старое время, когда, помните, еще пятый элемент кино, да, там были пирамиды все эти. Я уже не помню, но раньше я этим очень сильно увлекался, этими богами, там, бог Ра и так далее. И вот, очень красивый сет, мне напоминает, всегда это будет напоминать. Такие жучки, вот пятый элемент, по-моему, такие жучки же были, смотрите. Потому что любому буду рад. Вряд ли, конечно, выпадет случайный предмет, я даже и не думаю об этом. У меня нету такой супер кармы, к сожалению. Ладно, давайте. Ну, любой сет. Потом буду пробовать играть, смотреть, любоваться. На любого героя буду рад. Кентавр великолепный у нас, танк. О-ха! Клокверк! Все, ну я вам говорил, больше всего я ждал на Клокверка. Здесь было три героя, да? То есть шанс был 30%, что выпадет на Клокверка. Все, я очень рад. Нормально. Ну, еще раз говорю, срать, что не выпала Кура. Мне Кура не нужна, у меня есть моя любимая Кура. Открываем набор, смотрим. Ну все, это, наверное, лучший сет, который я хотел. Так, экран у нас. Да, отличные батарейки. Я скоро запишу на него летсплей обязательно. Потому что герой просто мой один из самых любимых. Офигенный вообще.
Так что батарейку не видно, блин, покажите батарейку. Красивая батарейка. Офигенный сет, как я долго хотел сет на Клокверка. Ну все. Но мы еще купим еще один итем. Еще один обосранный итем. Ну почему бы и нет. Кстати, вот у меня подруга купила, да, она сегодня сказала и выиграла, короче. А, нет, она еще не выиграла, нет. Она угадала одно предсказание. Ну, давайте я покажу, что за итем. Это у нас... вот оно. Это у нас, да, амулет. Суть амулета в том, если вы угадываете три игры подряд победу угадываете, вам выпадает сундук. Например, этот может выпасть. Ну, какой-нибудь из этих сетов. Я буду доволен любым из них. Если вы не угадываете два раза подряд, вам выпадает утешительный приз. Это сраная хлопушка. Вообще бесполезная вещь. Просто на базе, да, стреляешь хлопушкой. Но я сниму это на видео тоже. Давайте купим мы этот амулетик. Добавим корзину. Продолжить покупку. Да, покупаем. И не знаю, как я это сниму, но попробую снять, да. То есть я сделаю первое предсказание, сниму. Второе предсказание и третье. Так, а что, где моя корзина? Я купил уже это говно, да? Подождите. Эй, где у нас этот новый итем? Я ничего не понял, секундочку. Это у нас Клокверк. Что-то он как-то так странно купился. Подождите, сейчас я сверну. Нет, он, наверное, не купился. Давайте мы отсортируем по дате. Ну да, наш он не купился. Еще раз пробуем. Почему не купился амулет, я не понял. А? Так, дубль 2. В идеале, конечно, сделать три предсказания, и у нас будет в итоге еще один плюс сетик. Дота очень сильно лагает, видите, даже ничего не грузит. Ну давай, 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 давай. Вот, амулет, еще раз нажимаю. Нажимаем. В корзину. Так, сейчас у меня 100 рублей. А-а-а, продолжить покупку, дурак. Подожди, Вот, все, 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 извиняюсь. Предмет, амулет. Ну давай, рассчитать. Я бы, честно говоря, знаете, что бы купил? Я бы еще купил этот компедиум Санны. Вот новый аккаунт компедиум монеты, к сожалению. Отлично. Ну вот такие вот пироги. Купили мы амулет. Все. Ждите, короче, я потом сделаю летсплей на Клокверка обязательно. Еще раз говорю, это обожаю этого героя. Потом я запилю каждое предсказание. В итоге я вам покажу, или мы сделаем три правильных предсказания, выиграем сундук, или сделаем два неправильных, выиграем утешительный приз, и я вам покажу, что это за говно, что за хлопушка, как она выглядит. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.